Всех приветствую на канале Немихо. Сегодня 18 октября, наконец-то GameNet порадовали нас хоть какой-то новостью, хоть какой-то записью на форуме. Это связано частично даже с pay-to-play, мы можем так сказать, и... Ну, в общем, это бред. Что я тут еще сказать? Это опозорились просто хуже некуда очередной раз, и я даже не знаю, кто там сидит. В общем, из названия так понятно, что наконец-то GameNet решили запустить обмен наборов раннего доступа. То есть они еще не автоматизировали этот процесс, но, по крайней мере, есть возможность обменять набор раннего доступа за 2500 рублей на набор раннего доступа за 1000 плюс 1500 GameNet монет и 7 дней набора комфорт, ну, который не входит в премиум. Соответственно, это второй набор. Я тут даже, кроме того, что новость просто написана так, что вот тут можно цитаты за цитат, каждое предложение, наверное, цитату делать и просто унижать и унижать GameNet, так они еще и не смогли нормально сделать компенсацию тем людям, которые в теории могут обменять этот набор, ну, конечно, если они идиоты, и остаться на free-to-play сервере. Я не пытаюсь вас оскорбить, просто, ну, серьезно, как бы менять наборы сейчас уже вообще не имеет никакого смысла. Ну, давайте разберем, во-первых, почему, да. Вообще, что нам предлагают менять? Нам предлагают менять, как я уже сказал, набор на 1000 монет, 1000-тысячный набор плюс 1500 монет. То есть, в принципе, мы ничего не получаем в плюсе, мы получаем эти 1500 монет, ну окей, 3 кошки, да, за донат. И еще плюс набор комфорта на 7 дней целых 7 дней в ММО игре, это очень много. И все. Это спустя 2 недели, то есть уже практически 2 недели после старта НРД. Я вообще не понимаю, чем, кто там сидит в GameNet. Кроме того, что новостей вообще нет. Я не придираюсь, нет, вы не подумайте, я вообще не придираюсь. Просто как бы я могу придираться к куче мелочей, я могу... Просто вот каждую тонкость я стараюсь максимально хорошо делать и так далее, какие-то вещи. Но здесь просто невозможно не придираться. Вот вы просто это к GameNet уже относится, сами подумайте. То есть вы меняете, вместо того, чтобы добавить, не знаю, там, ну окей, на месяц, на 2 месяца набор комфорт. Ладно, не премиум, но хотя бы комфорт, да, добавить на там, месяц-два. Плюс эти монеты, плюс даже еще какой-то бонус дать. Все-таки вы меняете бессрочную подписку на pay-to-play сервер на 7 дней комфорта. Бессрочная 7 дней. Это... Я даже не знаю, как это сравнивать. То есть просто сегодня я вечером захожу и понимаю, что это... Что у меня еще меньше желания остается играть в эту игру. Ну, окей. Это на совести, не знаю, на совести. Это их маркетологи пусть разбираются. Я бы уволил нафиг просто те, кто предложили эту идею. Потому что предложили... Ладно, предложили, да, то есть предложить это, одобрили, да. То есть уволил бы те, кто одобрил эту идею. Потому что, ну, как бы себя они уже... Если раньше они просто в грязи себя, не знаю, окунали в грязь, то сейчас тоже на букву «Г». Туда они уже начинают себя окунать и так качественно едят эту массу. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, перейдем к самой новости. Новость следующая. Да, я вот сейчас покажу. Наша команда приносит извинения за явно недостаточную информацию, информирование о статусе работы. Явно недостаточное, это значит ноль. То есть... Что такое, если ноль это недостаточно, что тогда отсутствие? То есть следующий уровень это отсутствие, окей.
на премиум сервера в последние дни. В последние дни это уже полмесяца тоже. То есть я серьезно, я не могу без смеха это читать. Это обусловлено желанием делиться с вами только конкретной информацией. Ну так делитесь конкретной, скажите, у нас проблема конкретно вот такая, да, вот мы лопухнулись, мы не смогли это сделать, продумать, да, там, ну что бывает, да, в человеческий фактор не додумали, да, всякое бывает, действительно, да, и, ну, если сравнивать те же самые, ну, допустим, возьмем там ту же самую GTA 5, да, вышла сначала на консолях, потом на компьютерах, да, конечно, сравнение такое себе, но все равно. Никто же не жаловался, типа, почему на ПК не вышло сразу. Но в целом там объяснили, что все дела. Ну, в любом случае, здесь вообще нет. То есть могли бы реально что-нибудь писать, это было бы полезно. Ну, хотя бы знали, как продвигается. То есть, например, мы пытаемся разделить сервера, да, хотя бы вот это, да. То есть в дальнейшем я расскажу. Окей, дальше. Мы сделали все возможное, чтобы запуск премиум сервера мог состояться как можно скорее. А, хорошо, да, начало хорошее. А дальше просто уволить. Ну, тут не надо быть никаким гением, начитанным, умным, там, не знаю, логически мыслить или просто анализ, да, или что-то еще. Тут каждый школьник может троллить, вот даже если не умеет троллить. Начиная с февраля 2015 года прошло хорошо 6 месяцев, допустим. Окей, 7 месяцев, да, возьмем даже 6 месяцев, да, полгода, хорошо. Не год, а полгода. Совместно с разработчиками игры мы вели активную работу по подготовке запуска двух типов серверов. 6 месяцев, 7 месяцев, хорошо. До самого последнего момента мы получали патчи для бесплатного типа серверов, так и для премиум сборки. Окей. И были полностью уверены, что запуск состоится. Но буквально за несколько дней до запуска раннего доступа выяснилось. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я тут... Мат, это самое нормальное, что можно сделать. Потому что, ребята, 6-7 месяцев. Я, конечно, вот просто после этого... То есть... Можно винить Mail.ru, то, что там разработчики, у них там дырявая игра сама по себе, да, то есть там. Можно винить там, не знаю, Нову, то, что сервера не выдерживали, тоже очень дырявая игра и там плохо работали. Но в целом они запустили игры. Они запустили свои игры, и там много было народу, и были проблемы, и так далее. Здесь даже не запустили. За 6-7 месяцев, что такое проверить запуск? Ну, вы же запускаете два разных сервера. Я как бы... Что такое проверить, да? Вообще, в чем проблема? То есть, многие, ну, ютуберы и так далее говорят, что мы вот... Мы 100% информация знаем. Не верьте. Не верьте, потому что я не знаю, я только в теории это говорю, потому что мне тоже там отвечали какие-то там... Максимум, что я могу сделать, это домыслы. То есть, никто абсолютно не сможет дать точную информацию, кроме... локализаторов. Локализаторы не будут делиться. Если они делятся, то даже нет смысла играть в эту игру. То есть, если они нормальные, они не будут делиться информацией. Поэтому, что вообще есть? То есть, я написал Мару, да, простой вопрос. Pay-to-play сервер будет запущен 100% или есть вероятность, что от него откажутся? Ну, то есть, вроде простой вопрос, да или нет. То есть, но даже здесь мне не смогли точный ответ. Мы ждем информацию на днях. То есть, ну, либо им сказали не отвечать, потому что есть шанс, что не запустят сервер. Что, ну, я считаю, что так и будет. То есть, в плане того, что есть шанс, что могут не запустить. То есть, они не могут давать гарантию. Ну, либо, соответственно, они идиоты. Просто, ну, Мару и другие, то есть, не могут простой дать ответ. Но, окей. Нам повезло, и в теме было дан ответ. А сервер... Ну, как бы, конечно, нормальные люди спрашивают, а сервер вообще будет? То есть, это, ну, те, кто идут на pay-to-play, они понимают, куда они идут. И, как бы, игра, по моей оценке, где-то 3 из 10 баллов, потому что это ферма.
о какой ПВП можно говорить, когда 40 каналов, о каких мировых боссах можно говорить, когда 40 каналов. Ну, представьте, что такое 40 каналов. Каждому по мировому боссу представьте, что было бы 40 чемпионатов мира, и Россия участвовала там бы, где не было никого. Что это? Как будто ценилось бы это? Конечно, не ценилось бы. Ну, хоть там бы мы, возможно, смогли бы выиграть чемпионат мира. По футболу, конечно. Вот. Других видов спорта у нас хоть как-то еще более-менее получше. Вот, но модератор отвечает, сервер будет. То есть не админ, а модератор. Сейчас я ищу. Да, сервер будет. Все окей, будет. Понятное дело, информацию нам так и не дают. То есть, кроме всего прочего, сначала нам вообще говорили, что будет магазин за серебро, а за донат будет даваться только внешка на Pay to Play. Потом информация уже начала проскакивать, что будет не только за серебро вот эти предметы. Ну, в общем, такой у них бардак дикий. Ну, давайте вернемся к новости, да. Где она у меня тут? Вот, новость. Теперь разберем вообще по датам. Сегодня 18 число, 2 недели прошло с НРД. О том, что сервер не запустится 5 числа, было известно еще до старта. Неужели нельзя было... люди хотели, люди просили, люди требовали, люди угрожали. Неужели нельзя было сразу сказать, окей, мы лоханулись, все дела, давайте в дальнейшем мы вам поменяем, то есть меняем 2500 на 1000-ный набор раннего доступа, и все довольны. Нет, ждали 2 недели. А сейчас что играть? То есть оставаться на этом. То есть народ уже, большинство, конечно, ну, кто играет, они серьезно играют, но я вообще не вижу смысла идти на free-to-play, платить столько денег, как бы, когда есть возможность играть, один раз заплатить и все, купить игру и играй сколько хочешь, с премиум, с комфортом, то есть со слотами, с дополнительными деньгами с АОКа идут, да, и не надо за это ничего больше платить. Ну а теперь через 2 недели это говорят. Но на самом деле, кроме того, что проблема у них с тем, что они, наверное, со временем у них проблема. Я не хочу их очень оскорблять, потому что, мне кажется, тут, ну, как бы, тут, ну, я не знаю, тут даже оскорблять их не надо, знаете, их жалеть нужно, по-другому это нельзя назвать, как бы, те, кто там работают. Вот. Ну, в общем, проблема на самом деле у них с оплатой. Все, кто там пишут на форуме, типа, я на вас там суд подам, я там потребую, возвращайте деньги. Понятное дело, вам никто не вернет. Более того, что если вы захотите попытаться их вернуть, вы потратите намного больше денег, скорее всего, на всякие там заявления и так далее. То есть, сколько вам нужно это будет бумаг подать, да, вычет. Но есть и другой момент. То есть, очень... это было бы, скажем... это было бы нереально, если бы было как у нормальных людей. То есть есть монеты, ген-монеты, да, которые, соответственно, ты покупаешь, а дальше уже никого не волнует, как ты будешь их тратить. То есть как только ты покупаешь ген-монеты, то есть игровую валюту этого, ну, поставщика, не знаю, как еще назвать, да? Вот, то все. Неважно, покупил ты что-то дальше или не купил. То есть это уже твои проблемы, потому что, ну, ты уже купил товар, да? То есть то, что за этот товар ты уже что-то там можешь обменять, это... Никто не говорил, что там конкретно ты будешь это. Может быть, ты только сейчас это решил, да? А до этого закинул, например, хотел в другую игру играть. Вот, но у GameNet было по-другому. Кто покупал, по крайней мере, это я. Я покупал вообще не заходя на их сайт. То есть я, ну как, я купил через их сайт, конечно, да, но я не покупал GameNet монеты. То есть фактически я покупал услугу за 2500. То есть я конкретно покупал набор раннего доступа. И
На данный момент он не выполнен. То есть, по идее, если разобраться, то действительно можно в теории вернуть эти деньги. Ну как можно? Я, конечно, скорее всего, нельзя. Это я так просто говорю, что одно дело, если покупил монету, другое дело, когда покупаешь услугу, за которую тебе еще не оказали. То есть ты можешь всегда вернуть обратно деньги, ну, в теории. Да, то есть это... Ну, поэтому можете, не знаю, как-нибудь с кем-нибудь побеседовать, да, совета спросить, посоветоваться, да, и, возможно, что-нибудь действительно у вас и получится, если вы очень хотите вернуть деньги, а может быть даже коллективный какой-то иск, потому что если... то есть я покупал через это, возможно, вы покупали через визу, вам ничего еще не дали, то есть фактически, почему вы должны не возвращать, почему вам не возвращать деньги должны, ну, в общем, это уже каждый по-своему решит, я, допустим, не буду париться, потому что игра не самая хорошая, но, в принципе, возможно, есть какое-то в ней будущее, ну, а если и нет, то можно поиграть в ферму. В принципе, здесь очень неплохая ферма с рейтингами. Вот. Там потом можно будет что-то лодочки делать, ловить рыбочку, там охотиться и так далее. Почему бы и нет. Ну, в целом, это было такое отсутствие информации. Видео про отсутствие информации про pay-to-play сервер. Надеюсь, в ближайшее время нам что-то действительно сообщат стоящее. Надеюсь, GameNet немножко одумается и не будет настолько тупить. Просто по-другому я не знаю, как это сказать. И, ну, pay-to-play сервер нормально запустят, можно будет поиграть. Потому что если его не запустят, я считаю, просто играть в эту игру просто себя не уважать. То есть, в принципе, игра слабая. А играть у локализатора, которые не могут заранее проверить и сказать, извиняюсь, да, мы планировали там 3 месяца назад, да, попробовать это сделать. Мы планировали запустить. К сожалению, у нас не вышло. Давайте мы только free-to-play сервер делаем. Один назовем вот так, другой вот так, или сделаем один мега-сервер. Но раз они не могут это сделать, видимо, имидж... Как еще это назвать, да? Нужно же держать марку, нельзя показывать слабость. Вот, и в итоге хуже получается. Ну ладно, затянул уже. Надеюсь... Было интересно. Спасибо, что смотрели. Всем пока.